ресторан «Не горюй». Сейчас я покатался на катке и хочу вам показать территорию вечернюю лавины. Сейчас очень красиво идет снежок. Прям очень чудесно. Красота. Сюда за этим стоит ехать. Настоящая зима. Людей стало немного поменьше, я думал, будет больше под вечер, но, как видите, меньше. Очень красиво. С чем же вам кататься? На тюбах. А здесь очередь всегда есть. Сколько как не придешь, но тут всегда есть очередь. Что будем брать себе? А так, со снегу. Лавина. Не поднимай. Да. Проходим. И помимо. Опа-на. Прошли. Отлично. Теперь осталось встать. Едем дальше. Зима не хочет уходить. Это меня очень радует. Еще есть 2 недели, а может и март, кто знает. Поживем, увидим. Какая красивая территория. Так, приближаемся. О, поехали. Никто руку не подаст, ну ладно. Мы и сами сможем. Зима уже надоела. Да ладно. Тут ты плохо это оцениваешь. Надо кататься. Надо получать кайф. Так, на животе я уже катался. Теперь будем сидя. Потому что очень сильно заносит. Но, кстати, классно. Очень, я, наверное, здесь буду. Здесь я не катался еще. Ах, сейчас будет экстрим. В прямом эфире. Не знаю, кто смотрит. Ага, Рита. Тут ты как всегда. Мой поклонник. О, боже. Не, я откатился. Так. Сейчас все будет. О, боже. Ну что, поехали. Класс. Быстро, но зато экстремально. Наверное, еще раз прокатнусь. Очень классно, кстати.